На этой неделе на пресс-конференции директор Печорской ГРЭС Сергей Кислицын подвел итоги работы предприятия за 2015 год. Кроме того, журналисты задали очень важные вопросы относительно судьбы спорткомплекса «Энергетик» и строительства второй ветки трубопровода. По основным производственным показателям Печорская ГРЭС завершила 2015 год положительной динамикой. Увеличила выработку электроэнергии, реализовала масштабную ремонтную программу основного и вспомогательного оборудования и успешно реализовала 8 инвестиционных проектов. На благотворительную деятельность в прошлом году был выделен 1 000 000 рублей. Столько же заложено и на 2016. Не обошлось на пресс-конференции без вопросов злободневных. Взять хотя бы спорткомплекс «Энергетик». Его судьба вызывает большой интерес у жителей железнодорожного. Дорожной части города. Сергей Кислицын пояснил, что в свое время Печорская ГРЭС построила и передала этот объект в собственность муниципалитета, который, в свою очередь, заключил договор с первичной профсоюзной организацией Печорская ГРЭС, которая взяла на себя содержание и управление комплексом. Деньги на эти вещи должны быть в бюджете профсоюза запланированы. Почему их там нет, я ответить не могу, поскольку профсоюз это отдельное юридическое лицо, и у меня доступа как бы к информации этой нет. Вот. Со своей стороны хочу сказать, что Печорская ГРЭС готова на любых нормальных условиях поучаствовать в восстановлении режима работы, но только эти условия должны быть, ну, иметь некую адекватность, да, и вот соразмерность проблемы. Не обошли стороной и строительство дополнительного трубопровода, вокруг которого в последние месяцы развязалась настоящая война. Постановление принято, да, о повышении тарифа. Ну, спасибо всем участникам, все как бы осознали, поняли, что да, это делать нужно. А отменить никто его не отменял, и я так понимаю, что... А вы знаете, по в моем понимании, если это постановление будет отменено, то возникают некие обязательства. То есть те же самые деньги, ну, вот, направить туда из бюджета. Вопрос, из какого бюджета? Несмотря на то, что постановление еще никто не отменял, борьба за тарифы продолжается. Я разговаривал с Оксаной Анатольевной, заместителем, руководителем службы по тарифам. Она сказала, что на следующей неделе будет рассматриваться вопрос тарифов железнодорожной части города. И я вам сразу хочу сказать, что вопрос будет решен в пользу населения, так как есть вся переписка с правительством Республики Коми, заместителем главы Республики Коми, главой Республики Коми. И во всех письмах говорится о том, что рост тарифа составит не больше 4%. Радоваться, конечно, пока рано, но шансы есть, а значит, остается ждать, чью сторону примет руководство службы по тарифам.